Всем привет, с вами Богдан Ткаченко, мы играем Они. Глава 8. Беззащитная жизнь. Очистной атмосферный комплекс. Я вот что хочу сделать. Кипящая ярость. Нажмите присесть, отпустите присесть и нажмите удар рукой. Ага. Лассо. Подбегая к противнику, нажмите удар рукой. Одновременно ударом ногой можно поразить других врагов. Нажмите присесть, затем отпустите присесть и нажмите удар ногой. Угу. Кипящая ярость. Получается. Каково мое задание? Поодиночке. Мне нравится. Куда он? Не получается. Я прикончу тебя. Колесо дьявола и мощь. Вещи. Я понимаю, что мы это все зря делаем. Надо было не прыгать на тот самолет, и они бы не узнали, что у меня есть шматам. Thank you.
что они сделали с тобой? Ты не та, за кого себя принимаешь. Что? Ты Майя Хосигава, твой отец. У тебя сбой в работе. Подожди, я сниму тебя с этого кресла. Нет, он ранил меня, Каноко. Сильно. Если ты попытаешься пошевелить меня, я, наверное, умру. Но почему? Почему они сделали это с тобой? Я SLD, андроид, запрограммированный на импульсы твоего мозга. Я вижу все, что видишь ты. Переживаю все твои эмоции и чувства. Они использовали меня для слежения за кризалитом внутри тебя. Я не понимаю. Сэр, биопроверка показывает, что носитель рядом с SLD. Система уничтожения Ксиукс уже заряжена. Вы получили расшифровку диаграмм? Она выходит из нормы. Ее состояние нестабильно, можно сделать вывод, что ее реакция будет постоянно возрастать. Ты не можешь знать точно. Что показывает аппаратура? 1,21 гигаватт, сэр. Мы уверены, что этого будет достаточно, чтобы уничтожить ее окончательно. Сэр? Дайте ей шанс. Вы слышали показатели, доктор. Я не могу позволить ей неконтролируемо трансформироваться. Приступайте. Шинотама, что случилось? Я только что получила сигнал от командования TCTF на самоликвидацию. Я не могу прекратить процесс, но я в состоянии его замедлить. Я не брошу тебя. Потерпи. Я что-нибудь сделаю. Прощай, Каноко. Нет. Прощай, Шинотама. Взрыв через 30 секунд. Вот черт. Взрыв через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Рипак. А может, не надо было к ней подходить, и сюжет по-другому пошел бы? Я ничему не удивлюсь. Криса, дьявола, дьявола! Почему оно их не задело? Криса, дьявола, дьявола! Теперь же ярость, ярость! Я не понимаю. Если нам нельзя подходить к Синотаме, то... Может, нам надо сделать что-нибудь еще? Теперь же ярость, Да, вот кипящая ярость тоже может. Можно использовать вместо приземления. Колесо дьявола, дьявола. Почему-то колесо дьявола лучше работает. Колесо дьявола, дьявола. Не. Да, надо вот таким макаром делать. Крыса дьявола, дьявола.
То есть вы поняли, они нас в настоящем рабстве держали все это время. Нашего персонажа. Да, тут нет ответов. Я не знаю, как по-другому. Наверное, это единственное, что можно сделать теперь. Что они сделали с тобой? Ты не та, за кого себя принимаешь. Что? Ты Май Хосигава. Твой отец. У тебя сбой в работе. Подожди, я сниму тебя с этого кресла. Нет, он ранил меня, Каноко. Сильно. Если ты попытаешься пошевелить меня, я, наверное, умру. Но почему? Почему они сделали это с тобой? Я SLD, андроид, запрограммированный на импульсы твоего мозга. Я вижу все, что видишь ты. Переживаю все твои эмоции и чувства. Они использовали меня для слежения за кризалитом внутри тебя. Я не понимаю. Сэр, биопроверка показывает, что носитель рядом с SLD. Система уничтожения Ксиукс уже заряжена. Вы получили расшифровку диаграмм? Она выходит из нормы. Ее состояние нестабильно, можно сделать вывод, что ее реакция будет постоянно возрастать. Ты не можешь знать точно. Что показывает аппаратура? 1,21 гигаватт, сэр. Мы уверены, что этого будет достаточно, чтобы уничтожить ее окончательно. Сэр? Дайте ей шанс. Вы слышали показатели, доктор. Я не могу позволить ей неконтролируемо трансформироваться. Приступайте. Шинатама, что случилось? Я только что получила сигнал от командования TCTF на самоликвидацию. Я не могу прекратить процесс, но я в состоянии его замедлить. Я не брошу тебя. Потерпи. Я что-нибудь сделаю. Прощай, Каноко. Нет. Прощай, Шинатама. Взрыв через 30 секунд. Нет. Через 20 секунд. Взрыв через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Силовое поле, это поможет тебе. О, у меня так что андроид взорвался. Женщина. Ха-ха. У меня как бы траур. Так. Прочитали? Охранная подстанция С6 аварийной команды.
То есть я что-то прочитал, и у меня открылось новое задание. Давай! Нет, нет, пожалуйста, нет. Кто там? Возьми этот гипо. Тварь. Погодите, а как я поверху-то? Вы уверены? На эти провода, что ли? И потом с них на это? Не, я что-то не хочу так пытаться. Тут надо подождать этого тока. Ой, он сразу рассадился. Задел меня. Скажи, на что ты способен? Да нет. Вот же. А, это отключение, да? Ёкарный бабай. Парик-то надо взять. Уж только напропускал. Ты прекрати. Хитро, я сейчас замутил. Еще этот гепарик взял. Так, давайте нормальное оружие. Ой, не люблю этот шокер. Такая хрень вообще. Бред. Такое оружие. Грустная серия. Так. Получается. Но все это уже было предрешено. Кто в кого стреляет, не пойму. Невинных, что ли?
Это что за дурачок? Так. Жрите электрический ток. Ядерная волна. Давай. Дело сделано! Я помню, какое это место калечное. Давай! Давай, не давай. Я не виноват. Нет, нет, пожалуйста, нет. Я без оружия. Нет, нет, пожалуйста, нет. Привет. Привет. Вам могут понадобиться эти боеприпасы. Да, могут. Так, а ты что скажешь? Все. Плохо, что не видно, когда они умирают. С этим оружием. Так это оружие суперское. Эй! Так, он. Привет! В шоке. Вот, возьми этот гиппо. Надо было нажимать на эту кнопку. Oh,
Ледяные... Сдохни, мусор. Получай. Мне вправо, да, или куда? А, нет, не вперед. У вентилятор. Если она доберется до смотрового люка, она уйдет. Я знаю, как остановить ее. Дубина. Своих сейчас убьет, да? Случайность? Проверить связь. И? Обнаружены высокочастотные сигналы. О, я засек ее. Носитель выжил. А, вот значит как. Вы должны дать ей шанс. Я дал вам обоим шанс, доктор. И это стало моей ошибкой. Всем подразделениям Каноко удалось скрыться. Она принадлежит классу Б красного кода по степени опасности. Арестуйте ее или уничтожьте. Делайте все, что считаете необходимым. Каноко не сможет скрыться от нас. Она обречена и знает это. Она не может войти, и никто не в состоянии ей помочь. Она хочет знать правду. Если она захочет найти ответы, она попытается проникнуть в секретные файлы в главном здании, а мы уже будем готовы встретить ее. Я потерял здесь двух людей. Приведи нам подмогу. Стоять. Не двигаться. У меня нет на это времени. Стой, или я буду стрелять. Сам захотел. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.